大凶手排名第三，冰天雪女。Снежная императрица – невероятно сильный зверь возрастом 700 тысяч лет. Эта красавица не человек, а первоначально ледяная стихия. Со временем ледяной элемент обрел самосознание и смог практиковаться. Наконец, после долгих лет практики, он трансформировался в человеческую форму. В трейлере мы можем видеть настоящий облик Снежной императрицы. Она выглядит как человеческая женщина с мощным атрибутом снега, поэтому ее одежда и волосы снежно-белого цвета. Кажется, ее образ еще более впечатляющий, чем у ледяной императрицы Скорпиона. Снежная императрица успешно вырвалась из оточения после нападения секты тела. В некоторой степени этому поспособствовал Хо Юйхао. Дубусы и Цзинхунчэнь прекратили сражаться между собой. Их цель – заполучить зародыш зверя, который вначале выглядел как малыш 2-3 лет. Но кому же в итоге достанется Снежная императрица? Благодаря помощи Электролюкса она станет первой духовной душой Хо Юйхао, а также невероятно мощным кольцо. Представьте духовное кольцо, которое может дать такой зверь, возрастом 700 тысяч лет. Но оно будет не одно. Как же это произойдет? Ледяная императрица Скорпионов решила помочь Снежной императрице, ведь на нее накинулись два титулованных – Дубусы и Цзинхунчэнь. Боевой дух Ледяной императрицы активировался, и на теле Хо Юйхао появилось 400-тысячелетнее красное-золотым духовное кольцо, а имитация скрывала его сияние. С зародышем духовного зверя было слишком сложно иметь дело. Температура ее тела была слишком низкой. Дубусы и Цзинхунчэнь ничего не могли сделать. Ее предельному льду удалось нейтрализовать все их атаки. Даже смертоносный яд Дубусы не мог проникнуть через ее мороз. Однако эти титулованные любой ценой хотели схватить Снежную императрицу. Понимая, что она не сможет победить двух могущественных экспертов, один из которых был 98 ранга, она поклялась убить всех врагов и самоуничтожиться. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Снежная императрица высвободила всю свою мощь, превратившись в пугающую взрывную силу, охватившую все окружающее пространство. Если можно было описать мощь этого взрыва, Цзинхунчэнь был уверен, что он был столь же мощным, как и легендарный взрывной духовный инструмент 10 класса. Понадобилось более 12 духовных инструментов 9 класса, чтобы ослабить силу взрыва. У Снежной императрицы не было другого выбора, кроме как превратиться в человека из-за человеческой жадности. Превратиться обратно было нереально. Она могла лишь медленно исчезнуть в мире. Перед смертью она начала безумно мстить людям и практически восстановила свою 700-тысячелетнюю силу души. После ужасающего взрыва от Снежной императрицы не осталось и следа, даже духовной кости. Дубусы и секта тела немедленно ушли, а Цзинхунчэнь устроил погоню. Но неужели Снежная императрица погибла? Не совсем. Прямо перед самоуничтожением она сохранила свою силу происхождения, поскольку ее позвала Ледяная императрица. Прозрачная жидкость спустилась с неба, когда Снежная императрица произвела взрыв. Эта жидкость текла на спину Хо Юйхао и просачивалась в его тело, а мощный взрыв скрыл все это от врагов. Предельный лед Ледяной императрицы сразу же защитил Хо Юйхао от холода, когда жидкость просочилась в его тело. Теперь внутри его духовного моря оказалась четвертая душа – Снежная императрица. Ее сила происхождения была очень важна, но теперь она не могла восстановиться. У нее даже нет своего тела сейчас. Кроме того, эта маленькая сила происхождения будет постепенно рассеиваться. Хо Юйхао сейчас был в роли наблюдателя. Он слушал, как трое зверей любезничают в его духовном море. Снежная императрица, шелкопряд и ледяная императрица. И находил это несколько странным. Зал выдающихся добродетелей начал помогать раненым, и Хо Юйхао благополучно притворился, что он без сознания. Он был в безопасности, но внутри его духовного моря происходило множество событий. Ледяная императрица хотела помочь подруге, Снежной императрице, но сначала той не очень понравился Хо Юйхао, да и в целом она ненавидела людей. Ледяная императрица объяснила, как она встретилась с Хо Юйхао и ледяным шелкопрядом, а также о том, как ледяной шелкопряд убедил ее стать вторым духом Хо Юйхао. В этот момент Хо Юйхао собрал оставшуюся силу происхождения Снежной императрицы в маленькую прозрачную жемчужину. Сейчас Снежная императрица была похожа на Электролюкса в прошлом. Она осталась лишь сознанием этой силы происхождения. Она чувствовала себя лучше, чем Электролюкс, в том плане, что ее происхождение было полным и не было разбито на части. Однако Снежная императрица не могла сравниться с Электролюксом с точки зрения ее божественного сознания. Без защиты предельного льда Хо Юйхао ее сила происхождения постепенно рассеялась бы. Может ли Снежная императрица стать разумным кольцом Хо Юйхао, как шелкопряд, или новым духом, как ледяная императрица? К сожалению, нет.
Из-за того, что она начала перерождение, ее сила была крайне нестабильна. Хуихао просто не сможет принять такую сжатую силу происхождения. Кроме того, Шелкопряд подготовил место для ледяной императрицы и слил ее с Хуихао, благодаря чему она стала его вторым духом. Провернуть такое еще раз было невозможно. Ледяной Шелкопряд не мог ничего придумать. Когда снежная императрица уже собиралась покинуть тело Хуихао, внезапно вмешался сам Электролюд. В теле Хуихао нет места, которое могло бы содержать снежную императрицу, потому что он все еще недостаточно силен. Но это станет возможным в будущем. Вот почему Электролюкс был готов помочь. Этим он также помогал себе, Шелкопряду и ледяной императрице. А когда совершенствование Хуихао достигнет 7 колец, это будет отличная возможность, чтобы эволюционировать. Что же сделал Электролюкс? И какое кольцо получит Хуихао? Рассмотрим в дальнейшем. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о таком мощном кольце. Подписывайтесь на канал и всем пока.